вітаю вас, друзі, в прямому ефірі телеканалу «Миколаїв». Якщо у вас є бажання і час, приєднуйтесь до нас, це розмова на тему. І наш гість сьогодні – Ірій Андрій Чиженко, заступник голови інформаційно-просвітницького відділу Миколаївської єпархії. Отець Андрій, здравствуйте! Мы пригласили вас в гости, чтобы поговорить о двух очень знаменательных датах, между которыми мы в настоящий момент находимся. 15 мая Православная Церковь отметила тысячелетие святых страстотерцев, благоверных князей Бориса и Глеба, и 28 июля мы будем праздновать крещение, тысячелетие крещения святого равноапостольного князя Владимира. И мы сейчас с вами находимся, и с вами, дорогие телезрители, тоже, мы находимся между этими двумя знаменательными датами. И вот вы знаете, хотелось бы поговорить о них и о том большом значении, которое они имеют, вот эти древние даты, они, мне так кажется, они имеют большое значение для дня сегодняшнего. То есть они не покрыты пылью веков, а они пронзительны и остры сегодня. В чем заключается эта острота, отец Андрей? Ну, спасибо, Господи, дорогая Наточка, и руководство телеканала «Николаев» за то, что вы приглашаете нас, тем более, что действительно вы правы, что вот эти вот даты, они имеют очень огромное, очень большое значение для истории фактически украинского, русского, белорусского народов, для истории восточных славян, потому что, скажем так, дорогие братья и сестры, до этого как бы ни пытались фальсифицировать историю, как бы ни пытались ее каким-то образом, скажем, превратить в жанр фэнтези такого, как бы, что язычество было очень таким большим, мощным, но это было не так, что фактически год крещения Руси, 988 год Киевской Руси, его можно назвать годом рождения нашего народа, потому что до этого была дикость, до этого было варварство, до этого было тяжелое, смутное и трудное время. Ну вот сегодня могут некоторые представляют, что язычество на самом деле это так весело, прыгать через костер, там деревяшечки помолиться, Богу солнце и так далее, и все чики-пики, и все очень хорошо. А на самом деле это же страшно. На самом деле, да, это было не так. То есть мы вот сейчас, хочется коснуться, вот именно сказать, что именно с крещением, именно в крещении православном, вот этой благодатью Святого Духа и соприкосновением с культурой Древней Византии, соприкосновением с культурой Константинополя, христианство дало Руси именно все, практически все. То есть в первую очередь... То есть новую жизнь, да? Новую жизнь, да. То есть православную веру в первую очередь дало. Во вторую очередь дало то, что мы имели свою культуру, мы имели свою письменность, которая тоже пошла от греков, скажем так. Мы имели свою архитектуру, все право, которое, вот русская правда Ярослава Стёбла, верно, князя Ярослава Мудрого, так дальше, оно тоже получило свой толчок из христианства. То есть я уже не говорю о нормах морали, которые имеем нормы семьи, отношение к человеческой жизни, то есть как драгоценности, отношение к друг другу, любящие, как братьям и сестрам, это мы все получили в православии. И воистину со святым равноапостольным великим князем Владимиром, когда крещение, есть в таинстве крещения такие замечательные слова, когда как бы троекратно погружаясь в воду, человек троекратно умирает, а троекратно возводясь из воды, человек троекратно воскресает во Христе. И вот действительно, когда крестилась Киевская Русь троекратно, то троекратно умерло вот это вот язычество и дикость, а троекратно, когда она стала, это уже вместе с равноапостольным князем Владимиром, действительно этот народ воскрес во Христе, действительно он стал новым, обновленным человеком, обществом, государством, благодатью Святого Духа. Вот что нам надо запомнить. Поэтому эти даты, вот День памяти равноапостольного великого князя Владимира 28 июля, который будет, то есть тысячелетие со дня его смерти, он умер в 1515 году, тысячелетие со дня смерти, он является очень-очень важным для нас, потому что
мы получили свое второе рождение. То есть мы родились не от, как сказано в Евангелии от Иоанна, в беседе с Никодимом, когда Христос сказал, мы были рождены не от отца и от матери, а от грешных людей, но были, нам было даровано второе рождение, мы были рождены от Духа Святого и получили эту благодать Духа Святого стать воистину сыновьями и дочерями Божьими. Отец Андрей, еще одна знаменательная дата – тысячелетие святых страстотерцев, благоверных князей Бориса и Глеба, сыновей святого равноапостольного князя Владимира. Какое значение эта дата имеет для нас, живущих сегодня? Эта дата также очень большое значение имеет для нас, живущих сегодня, потому что, ну, надо сказать, почему вот тысячелетие князя Владимира, дня смерти, да, и тысячелетие святых страстотерпцев Бориса и Глеба, князей, потому что, когда умер Владимир, сразу же его сын Святополк Окаянный, который был очень, скажем так, злым, грешным человеком, очень властолюбивым человеком, вот в этот же год смерти своего отца, князя Владимира, он убил своих старших братьев, своих братьев Бориса и Глеба, которые были очень верующими, очень православными людьми, очень любимыми народом. И что примечательно, то, что Борис и Глеб, они, как сказано в коленопреклоненной молитве о мире, что они учили и учат нас не поднимать руки свои на брата своего. Вот, вот, то есть актуально вот сегодня, и они являются хранителями и помощниками мира, который так необходим нам сегодня, да? Да, конечно. Они являются хранителями мира того православного. И мало того, они являются первыми святыми Киевской Руси, которые канонизированы были Константинопольским патриархатом. То есть они фактически являются первыми канонизированными святыми нашей земли. И мы должны всегда помнить, что вот как они умерли. Очень примечательна их смерть, когда воеводы и вообще люди, которые любили этих князей, Бориса и Глеба, они, скажем так, донесли им, сказали, что Святополк на вас замышляет как бы вред. Они хотят погубить, так что давайте собирайте рать, идемте срочно на Киев, будем сражаться, бороться, садить вас на престол, это срочно надо делать, иначе как бы это сделать Святополк. А то Борис сказал, нет, я не могу ради, как бы, ради власти и ради денег, ради корысти поднять руку на брата своего, я этого не могу сделать. Пусть он со мной делает, что хочет, сказал князь Борис. А я, как бы, в это время лучше помолюсь за его душу. И он, его смерть была следующая, что он в 4-5 часов утра, он в своем доме стоял на молитве, он читал шестопсалмие. Шестопсалмие – это именно утренняя молитва, которая читается рано-рано утром, всегда на утренне. Состоит из шести псалмов. И в это время к нему подобрались убийцы и пронзили их копьями и мечами. Его, а он их прощал. И через некоторое время были также убит Глеб, который тоже не захотел поднять руки на брата своего. И таким образом они нам показали пример, что сила Божья, она совершается в немощи. И не тот, кто идет с оружием, с деньгами и с властью, он силен, но силен тот, кто идет с Богом. Потому что Святополк Окаянный, он в результате все равно был побежден с тем благоверным князем Мирославом Мудрым и умер в страшных мучениях в чешской земле. И от его могилы, когда он умер, его закапывали, исходил страшный смрад. А те люди, которые, казалось бы, потерпели от него земное поражение, они, наоборот, стали святыми и еще духовно помогали очень многим древнерусским князьям и в борьбе за православие, в борьбе за свой народ, в борьбе за свою родину. Они очень много сделали. Вот, например, тоже мы знаем, что когда святой благоверный князь Александр Невский пошел на шведов, да, то мы знаем, что одному воину в тонком сне явились святые Борис и Глеб, которые плыли в ладье, и которые говорили, что пойдем поможем сроднику нашему Александру победить шведов. И вот духовно молитвам, предстательством перед Богом святых царей Борис, святых страстотерпцев Бориса и Глеба, шведы были побеждены. Поэтому мы видим, что мы должны всегда понимать и должны всегда учиться примеру Бориса и Глеба, что наша задача сохранять во всем любовь. Наша задача – сохранять во всем душевный мир и спокойствие сердца, потому что в этом состоит как бы путь православного христианина. И те, кто так делают, они с Богом, а те, кто так не делают, они без Бога, потому что самая справедливая идея в ярости, в гневе, в злобе рожденная, она уже есть сатанинская, какой бы она хорошая ни казалась.
но Бог там, где мир, потому что Бог есть любовь. И как сказал апостол Евангелист Иоанн Богослов, говорил, что как ты можешь любить Бога, которого не видишь, если ты не любишь брата своего, которого ты видишь. Поэтому мы должны следовать примеру таких великих наших святых страстотерпцев Бориса и Глеба, тысячелетие коих спасения со дня памяти мы совершаем в этом году и поминаем, потому что они нам показывают путь любви. И вот что любви. Интересно, отец Андрей, могут нам возразить, что сегодня такое сложное время, что сегодня не до мира, не до любви, не до рассуждения. Но если чуть-чуть отстраниться, а я думаю, что каждый человек способен чуть-чуть отстраниться и заглянуть вглубь веков, то тогда время тоже было не сахарное и совсем неспокойное, а может быть даже и пострашнее, чем нынешнее, и жестче. Знаете, это вот когда много часто исследуешь вообще историю, историю церковную, то есть как бы я сам, скажем так, много и учился, и в истории, в разных институтах, в университетах, в семинарии, в академии, то ты видишь, что люди, в принципе, всегда были одни и те же. Менялся антураж, менялись какие-то аксессуары, менялась одежда, техника, мода, да? Одежда, мода, но люди были очень часто одни и те же. И надо нам помнить, что православие спасло Киевскую Русь, потому что до этого было очень-очень много перегибов. Мы вот с вами до начала передачи говорили о том, как пришел первый варяжский князь на землю Руси Рюрик. Но почему он пришел? Потому что славянские племена языческие не могли уладить друг с другом, то есть не могли как бы найти, кто же будет ими князем, кто будет руководить ими и так дальше, и так дальше. Они проводили время в жесткой междоусобной войне. И вот когда Рюрика, датского принца, скажем, такого слова, да, гультипаку, козака зарезяку такого, потому что он был наемником, он был без наследства, и он как бы отдавал свою воинскую мощь, воинскую силу на служение различным князьям, королям Древней Европы. И вот когда его призвали за деньги, там, за шкурки беличьи и так дальше, призвали на землю Руси, именно под Псков, под Новгород, то вот наши предки, они, такой языческий обряд был, опоили дурманом несколько девушек, самых красивых из племени, они как бы начали танцевать, камлать всякие шаманские вот эти вот танцы делать, как бы, и среди них выбрали одну из них, и ее утопили в озере, принеся в жертву Велесу. Очень мило. То есть это говорится о том, что насколько были довольно жестокие люди наши предки до крещения. Также мы будем не помнить святых мучеников Феодора и сына его Иоанна, варягов, которые, может, пришли вместе с Рюриком, может быть, они, скажем так, пришли вместе с Олегом, уже как бы вассалом Рюрика, то они как бы были уже христианами, они были уже православными, очевидно, где-то они соприкоснулись с культурой православной Византии, и вот они были православными. А в это время наши славные предки вместе тоже с славными викингами, они, скажем так, планировали поход на Константинополь. И вот чтобы этот поход совершился удачно, они по жребию должны были послать, как бы, умилостить богов языческих. То есть принести человеческую жертву, да, вот именно. И они это сделали, как бы жребий пал на Феодора и его сына Иоанна. И как бы, естественно, православные не могли пойти на этот шаг, плюс они свои жизни защищали, они закрылись в доме и были с язычниками подрублены основания дома, дом был деревянный, и дом упал, обрушился и похоронил под собой вот как бы этих мучеников Феодора и Иоанна. Это говорится о том, насколько наши предки были довольно тяжелыми, кровавыми людьми, которые очень боялись Византии. Вот они, когда, например, Олег пришел с огнем и мечом на византийскую землю, наши предки, они забивали гвозди в черепа священникам. Они, например, такое делали, уничтожали от мала до велика побережье Константинополя, вот Черноморское побережье. И мы должны всегда помнить, что даже понятие брака у наших предков не было. Практически понятие моногамного брака, то есть один мужчина, одна женщина, оно было только у древнего полянского племени, которое жило на территории современной Киевщины, да,
Киевщие, Хареви и сестра Лебедь, они именно принадлежали к этому племени. А в остальных племен не было понятия моногамного брака. То есть был свальный грех, это уже, скажем так, сумнозвистный праздник Ивана Купала, когда как бы праздник плодородия, когда фактически этот свальный грех он множился и как бы обретал невероятных размеров среди людей, то вот это именно имеем мы это наследие. Поэтому, прыгая через костер, вы поймите, что вы тешите бесов. Ну, угу. И вы уже совершаете, скажем так, языческий сакральный обряд. Ну, вот надо всегда помнить. Казалось бы, безобидный и такой красивый обряд на Ивана Купалу, вообще сам праздник Ивана Купалу, зеленые ветви, поиск папоротника для того, чтобы обрести счастье, прыгать через костер, все так весело и мило, а на самом деле это имеет звериный оскал, этот обряд. Да, на самом деле он имеет, как бы, как вы выражаете, звериный оскал, потому что мы должны понимать, к какому Богу мы служим и к какому Богу мы прикасаемся. То есть либо к Богу, который пришел для того, чтобы спасти человека, ко Христу, который пришел, чтобы спасти людей и сеять здесь любовь, либо к диким нравам нашим предкам, которые занимались тем, что тащили за волосы женщин в кусты, а потом дети даже не знали, кто их папы. Понимаете, но было такое. Уже потом их, как собачат, выращивали в племени и так дальше, и так дальше. То есть мы должны понимать историю, культуру, откуда все берется. Поэтому мы всегда должны понять эту мысль, что именно с приходом христианства на землю Святой Руси действительно взошло солнце. Как Владимира называли, как называли, красное солнышко, так вот именно красное солнышко взошло над нашей землей. Мы должны всегда это понимать и благодарить Бога за то, что мы вот просвещены светом Христом. Ведь все, что мы имеем сейчас, все наши моральные принципы, наше понятие семьи, драгоценность человеческой жизни, это все мы имеем благодаря христианству. До этого был как бы рабовладельческий строй, до этого было вот это племенное, кровожадное такое устройство. Даже не рабовладельческий строй, а именно племенное, кровожадное устройство. Да, племенное, кровожадное устройство. До этого были грубые, довольно дикие люди, варвары, которые и упивались, и опивались, и наркотики присутствовали, их всякие дурман, травы в их, как бы, скажем, культуре псевдорелигиозной. И то есть ценности человеческой жизни практически не было никакой. И, наверное, бы этот бы народ, он, если бы не христианство, он, наверное, исчез бы с лица земли. Как исчезли очень многие народы, кто знает, кто такие хитеи, амореи, амаликитяне, иусеи, там, иесеи, как бы, кто знает, что это все за народы. Развеялись, как все дым. Же ни одного нет народа. Кто помнит сейчас скифов, кемерийцев, ну, тавров, скифов помнят, но ну, да, лишь в да, памяти. Тавров, сармат, как бы, там, и так дальше, и так дальше. Они тоже развеялись. Почему? Потому что они служили не Христу. Те, вспомню, православное, самое, как бы, наибольшее, ну, скажем, по историческому и своему хронологическому, вот, приближенное к нам государство, которое просуществовало наибольшее количество лет, это Византия. Почему? Потому что они просуществовали где-то почти 2000 лет. Но я хотела вас спросить, кстати, о Византии. Византия – это было православное государство, держава, это империя. Mm. Они служили Христу, но тем не менее Византия пала. У нас есть еще время, отец Андрей. Mm. Это очень важный аспект. Почему пала Византия? Хотя они служили Христу. На первый взгляд, ну, вот нам могут возразить. Тут нужно сказать, конечно же, то, что почему пала Византия? Ну, она все-таки очень долго просуществовала. Да, но 2000 лет, и потом она перестала служить Христу. Огромный срок. Потом просто что случилось, понимаете, как бы вот византийский народ и предался очень грубым формам язычества и, скажем так, усложнения себя. То есть они пошли по пути Римской империи, почему пала и Римская империя. И также патриции, то есть аристократия, вот Константинопольская, она также, скажем так, утонула в этом утонченном разврате и наслаждениях. То есть была как бы форма христианская. Вот возьмите, вот Российская империя до 1917 года. Примерно то же самое. Почему? Потому что причащались раз в год. Говели только на Великий пост. И то понимаете, чисто по форме, да, наверное. То, да, чисто по форме. То есть вот эта формальность, когда дух, он уже, в принципе, ушел. И когда, тем более, что случилось довольно такое тяжелое событие, печальное, когда последние византийские императоры, они пошли на унию с Римом. То
То есть они пошли на унию с католиками, то есть они уже не были православными. И вот тогда, когда это случилось, когда народ отступил от христианства, от православия, тогда как бы это государство, оно было сметено буквально турками. И что примечательно, когда именно турецкое владычество, оно православие восстановило. Восстановила православных патриархов, там я сейчас точно вам не скажу, но это был, по-моему, патриарх Геннадий Константинопольский, который был очень святым человеком, очень набожным человеком, и он имел возможность возглавить, скажем так, стать представителем церкви на такой тяжелый период. Ну, и вот это вот как бы турецкое нашествие, которое столько много горя причинило, оно как бы поспособствовало... Очистило ряды, скажем так, да. Тоже вы смотрите, что случилось с нами после 17-го года, когда, скажем, очень много священномучеников появилось и так дальше, и когда 300 лет не было патриаршества. В Русской Православной Церкви 300 лет не было патриаршества, потому что государственная власть не разрешала его поставить. Ну, да? Государственная власть была построена таким образом, чтобы контролировать деятельность церкви. И только после падения Российской империи, как бы, да, в 18-м году был избран, или в 17-м, точно, был избран святитель Тихон на престол. Да? В 18-м, по-моему, да. Да. И вот случилось то, что когда разрушение храмов, монастырей и так дальше, когда... пошла перелом в Великой Отечественной войне, когда произошло. Когда, мало кто знает, но патриарху Антиохийскому приснился сон. Ему явилось во сне Пресвятая Богородица, это официальный факт. Потому что он, есть письмо его, которое было направлено Иосифу Сталину. Есть письмо, он пишет, что «Уважаемый Иосиф Виссарионович, мне явилась во сне Пресвятая Богородица. Она мне сказала, что ваша земля, она как бы будет спасена, если вы из ссылок вернете из тюрем священников, иерархов, епископов, церковных монахов, вы восстановите церкви и монастыри, вы восстановите патриаршество, и восстановите преемственность духовных школ, то есть семинарии, академии. Если вы это все сделаете, то тогда вы победите в войне». И что делает Сталин? Он же все это делает. Да, все по пунктам. Все по пунктам делает. В 43-м году происходит лояльность, смягчение к Русской Православной Церкви. Первым патриархом становится Сергий, возвращается из ссылки. После Тихон, когда был замучен, когда он был отравлен, то не было тогда снова патриарха, Был местоблюститель. Местоблюститель, да. Я не хочу сейчас... Да, мы не будем, потому что у нас всего там 3 минуты. Очень сильная была такая... борьба. Но тем не менее Сталин соглашается на эти условия, и это все делает, и что получается? Немец, который стоял, видел в бинокль Кремль, не смог взять Москву. Как это объяснить? Такая сильная армия. Мощь, сильная зубов, армия. И в то же время был облет совершен. Да, мы знаем, с иконой Божьей Матери, что Богородица, был совершен облет вокруг Москвы, вокруг Сталинграда, его города были не взяты. Как это объяснить? Это же ведь официальные факты, понимаете? И в этот момент начинается перелом в войне. Ну, точно так же вот и Константинополь, который пал, да, это вынуждено было очищение, потому что иначе бы, церкви бы не осталось, или бы не осталось этого. Господь, Он церковь всегда хранит. Но, как говорил святой Николай Сербский, православие останется навсегда. Ну, и церковь будет стоять всегда. Поэтому я, дорогие братья и сестры, вам сердечно желаю, чтобы мы на истории смотрели трезво и смотрели объективно, потому что не подвигались на эти вот, не велись на лжемифы, какие-то передергивания истории ради политических интересов, искренне, сердечно копались в истории. И тогда мы увидим, что воистину свет Христов просвещает всех. Да, это действительно так и есть, отец Андрей, и дай Бог, чтобы каждый это понимал, потому что если нет этого понимания, то тогда нет и жизни. И вот эти отговорки, что сегодня трудно, трудно было всегда, когда трудно было легко. Всегда. Никогда не было легко, никогда. То есть, понимаете, трудно было всегда. Всегда человек страдал, потому что человек, он, с одной стороны, богоподобное существо, а с другой стороны, он погряз в грехах. Поэтому всегда было трудно, всегда было непросто. Это тоже надо понимать. Но, потому что даже вот сейчас как бы такое непростое для Украины время, но мы должны понимать, что если мы будем, как в Ветхом Завете евреи, да, были с Богом,
они были хранимы, они процветали. Если отступали от Бога, то они как бы страдали, умирали, были войны и так дальше, и так дальше. Так что я призываю всех в первую очередь быть с Богом, хранить мир душевный, хранить мир сердечный и помнить, что Бог там, где любовь, Бог там, где есть братолюбие, Бог там, где есть смирение. А во всем остальном Бога нет. Так что любите друг друга. Спасибо, Господи. Да, спасибо большое, отец Андрей, что вы просветили наш эфир словом Божьей истины. Дорогие телезрители, сегодня у нас в гостях был иерей Андрей Чиженко, заместитель главы информационно-просветительского отдела Николаевской епархии. И я надеюсь, что вы просветились и душами, и сердцами, и поняли, что что бы ни было, но если мы с Богом, то обязательно победим. Це була розмова на тему. На все добре.